Добрый день! Сегодня у нас разговор пойдет о формировании петунии, то есть той рассады, чтобы она была пышной и активной. То есть до этого у нас шел разговор, что мы пересаживаем из кассет в контейнеры, и у нас вырастают такие растения. В данном случае мы видим все такое, несмотря на подсветку, все такое вот рыхленькое. Чтобы вот таким рыхленьким не было, наши действия последующие. Мы видим, вот здесь идут побеги. Нам необходимо их срезать. Первые побеги, вот этот побег срезается. Центральный побег, когда он вырастет по мере роста, он срезается. И если сейчас здесь 4 побега, наша задача увеличить количество побегов. Вот в итоге это аналог этого же растения. Все было срезано, сформировано. И на сегодняшний день здесь 8 побегов. И далее мы его пересаживаем в больший объем. У нас получится вот такой шарик. То же самое вот с прямостоячими петуниями. Это у нас ампельный вариант. Прямостоячие. Вот тоже, пожалуйста, нам надо, наша задача срезать вот этот побег центральный. После этого центрального побега, вот здесь он уже срезанный. Вот он здесь срезанный. Появляются 2 дополнительных побега. Эти побеги мы тоже срезаем. И у нас получается 4 новых побега. Тут даже, по-моему, 6. После этого этот контейнер мы пересаживаем в больший контейнер. И у нас растут вот эти все последующие побеги. Здесь мы тоже срезаем до формирования вот такого кустика, который будет ветвиться. Наша задача все это рано или поздно посадить в ведро на улицу. И к этому времени ваш куст будет красиво сформирован.